Смешарики Пикчерс представляет. Не те нынче времена в кино, Карен. Не тот герой пошел. Вялый, сопливый. Размазня, а не герой. Успех – это суперзвезда на главную роль. А где взять? Коллеги, все от нашего брата-продюсера зависит. Только от него. Я вот, например, из любого могу суперзвезду сделать. Елки-иголки, из любого? Не верите? Мы тебя, Карыч, конечно, уважаем как продюсера, но нет. Категорически. Ах так! Вот кто первый в дверь войдет, из того и сделаю суперзвезду. Щикольда, делать будем? Нет, Финн, будем делать кино. Вот что, Пин, ты, конечно, ловко все это проделал, особенно сцена с акулой. Океан – мой стихия. Да, да, но кроме стихии нужен еще колорит, обаяние. Как бы тебе это объяснить? Да чего объяснять? Пробовать надо. Дай мне лапа. Закрой глаза. Не подглядывай. А теперь... лети! О, давненько я не летала. Тихо! На нас что-то движется. Прощай, мой верный друг. Да, я сейчас, сейчас покидает тебя. Прощай же. Не поминает лихом. Отчего ты всплываешь, друг мой? Доннерветтер, природа не дает. Пин, ты знаешь, что такое настоящая любовь? Она у тебя была? Была любовь и есть любовь. Неужели? И кто она? Киянка. Киянка? Это, прости, кто? Что? Молоток из дерева твердых пород. Так, все, поехали дальше. Посмотри, дорогая, скоро у нас будет столько золота, что мы сможем купить половину мира. Ой, а зачем нам половина мира, папа? Затем, что там еще больше золота, дочь. Опа! Оп! А! Что
Смотрите, пингвора! Пингвора! Извините, Дон Лосино, но полезные ископаемые нашей страны принадлежат весь народ, а не только вам. Вам уже вообще ничего не принадлежит. Ну, как у вас дела? Как наш главный герой? Тишина! Я попросил бы не мешать, пока я работаю с актером. Все-все-все, работайте. Уже ушли. А, хватит рассусоливать. Ярче краски. Смелее. Погнали! Суперзвездой, Пин! Не суждено быть главным героем! Столько сил, столько времени потратили, и все впустую. Знаешь, где был папа? Папа был в сумасшедший дом. Кино, кино. Давай-ка посмотрим наш кино домашний. Как же я сразу не понял! Пин! Ты суперзвезда немого кино! Фарса, комедии, буфонады! Красавец, но я же знал. Я же верил. Thank you.
Определенно выиграл. О, вон он. Браво, друг. Класс. Пин, мы тут решили в память об этой оглушительной премьере. Вот. Сейчас возьмем киянка и, наконец, займемся делом.